Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления вкуснейших белорусских бутербродов. Такие бутерброды будут прекрасной закусочкой как детям в школу брать, так и себе на тормозок, да и просто поесть. Значит, что для этого нам надо? Картошка, в каждой семье такое есть, колбаса, сыр, и батон или тостовый хлеб. Значит, ингредиенты вот эти вот все в произвольном сочетании, как кто любит, на свой вкус. Значит, для начала мы берем картофель, натираем на вот такой вот терке, на вот такой вот, на мелкой терке картофушка натирается. Так, колбаса натирается на крупной терке. Ну, вот такой. Так. Ну, и сыр тоже можно натирать на вот такой терке. Приступаем. Картошку мы натерли, теперь мы ее вот так отжимаем. Хорошо. И приступаем к колбасе. Таким же образом мы натираем и сыр. Все произвольно. Потом вы, девочки, в процессе готовки, когда будете готовить, уже отрегулируйте, кому как нравится и у кого что есть. Так, все. Теперь картошку, сыр и колбасу, все смешиваем. Смешиваем. Присаливаем чуть-чуть. Так. Ну и перемешиваем. Хорошо перемешиваем. Это вот именно белорусские бутерброды. Вот такие белорусы любят. Так, все. Теперь берем кусочек хлеба. Хлеб тостовый или батон. Все, что у кого есть. Вот так хорошо вдавливаем в хлеб. Вот так вот. Раз, 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 раз. Так. И будем вот так вот этой стороной вот ложить на сковородку. И будем на растительном масле жарить. На подсолнечном я буду жарить. Вот так раз. И все. И бутерброд будет жариться с одной стороны. Жарим на среднем огне, пока не прожарим. Жариться они будут только с одной стороны. Так, ну вот прошло время, девочки. Ну прожаривала я где-то, ну, минут 5 на среднем огне, такой, чтобы они хорошо прожарились. Вот. И здесь по рецепту, девочки, я хорошо отжала картошку, но по рецепту досмотрелась, надо слегка было отжать. Ну ничего, сейчас посмотрим. Картошку слегка отжать. А я хорошо отжала. Ну ничего, сейчас попробуем. Повлияло ли на вкус? Девочки, все прожарилось. Картошка прожарилась. Ну, девочки, это вкусно, сытно. И вот, как говорят, что вот эти вот бутерброды, даже они в холодном виде, вкуснее, чем в горячем. Так, можно с вечера приготовить, чтобы на тормозок брать. Угу.
Класс, у меня там еще жарится парочку на сковородке. Я так маленький огонь, четверочку. Четверка, пятерка, вот так делаю. Ну, пусть так. А то если сделать сильный огонь, то будет корка, а сверху покроется коркой, а там все будет сырое. Ну так потихонечку прожаривается и все. Вкусно. Если еще колбаска хорошая, то вообще все прожарено, все сытно и вкусно. Так, ну все, мои хорошие. Так, до встречи на моем канале. Готовьте все, кому понравилось. Все, ставьте лайки, дизлайки, кому не понравилось. Ну, я считаю, что должно всем понравиться, кто попробует. Ну все, пока-пока. До встречи на моем канале.